Привет, меня зовут Оля, я участник проекта «Созвездие красоты Beauty Test Drive». Огромное спасибо, что вы смотрите мои видеозаписи, я даже не ожидала такого количества просмотров. Сегодня я вам расскажу о своем бьюти-расписании, как я распределяю в дне все средства, аппараты, уходы, которые у меня есть. Утро начинается в 8:30. Я умываюсь пенкой с органой, и она помогает мне проснуться. Дальше я наношу сыворотку вокруг глаз и массирую ее специальным приборчиком мини-лифт. Это убирает отеки, которые у меня из-за того, что я вечно сплю лицом в подушку. Вот. Ну и в принципе взгляд более открытый. И после этого я использую прибор ультратоник с вот этим вот прекрасным клубнично пахнущим гелем. А я пробовала вечером делать миостимуляцию, ультразвук, но как-то, честно говоря, уже ну, то устала, то нет настроения, в общем, вообще не пошло. А с утра после мини-лифта вокруг глаз, ну, вот руки сами тянутся, и у меня занимает это максимум 15 минут. По большому счету весь утренний уход за кожей закончен, и я наношу крем для лица и сыворотку вокруг глаз. Все вместе занимает полностью вся процедура ухода где-то минут 20. В течение дня я использую воду в спрее, матирующие салфетки, и теперь вот появился у меня такой вот фиолетовый флакончик с сывороткой. Очень удобно, что эту сыворотку вокруг глаз можно использовать прямо поверх макияжа. Мой вечерний уход состоит из трех этапов. Первый — это маски, второй — аппаратная косметика и третий — ночные уходы. Масками я использую пенку для демакияжа, которая смывает косметику и уличную грязь. Также для ресниц я использую обычную мицеллярную воду. Ну, практически любой фирмы, я их меняю иногда. Я присмотрела в созвездии специальный силиконовый брашинг, но отдельно будет выпуск о тех вещах, которые я для себя выбрала, заинтересовалась, ну типа must-have из созвездия. У меня две маски. Одна для области вокруг глаз фирмы Christian Breton и вторая для лица фирмы Beauty Style Agana Secret. А что можно сказать? Эту маску нужно хранить в холодильнике и использовать где-то 2 раза в неделю. Маску для лица можно хранить в обычных условиях и использовать практически ежедневно. Ну и ясное дело, помимо лица я ее наношу на шею и область декольте. С масками я хожу примерно 1-1.5 часа. По большому счету их можно не смывать. Но я девушка ответственная, мне нужно выполнять всю программу дня, поэтому я их смываю и начинаю процедуру РФ-лифтинг. Она занимает где-то минут 15 целиком. И я делаю нижнюю часть лица и шею по бокам вот этим вот прибором. Вот такие мои косметические будни. По большому счету в день я трачу на себя примерно минут 40. Это где-то минут 20 с утра, потом минут 5 это маски, а минут 10 РФ-лифтинг и минут 10 это ночной уход, ну там крем. Также раз в неделю я делаю процедуру ультразвукового пилинга. Для этого у меня есть специальный прибор для УЗ-пилинга и гель с экстрактами томатов. В целом, процедуры по уходу за собой у меня занимают 40 минут ежедневно, плюс 15 минут дополнительных на процедуру ультразвукового пилинга раз в неделю.
И перед сном я наношу ночной крем Beauty Style Organa Secret. Причем сначала меня он очень злил и бесил, потому что я просыпалась утром немножко отекшая. А потом мне пояснили знающие люди, что нужно крем для ночного ухода наносить примерно за час. Излишки снимать салфеточкой. Но вот я проверяю, вроде стало гораздо лучше.